Там, друзья, третий раз. Приветствую вас. Третий раз закинул старик невод в море. Вот. И на сей раз другая рыбка, золотая рыбка, попалась ему. Вот, приглашаю вас на третье мероприятие, вот, которое будет завершать фестиваль, связанный с весенним равноденствием, проходящий с 19 по 29 марта. Вот, и это, так сказать, такая квинтэссенция будет всех предыдущих процессов. Вот, и особенность этого класса, и специфика этого класса будет привязана к особенностями этого дня, заключающейся в том, что сила, открывающая, расширяющая наше сознание, Юпитер, наконец-то выходит из своего такого замкнутого положения, из заточения, в котором эта сила была некоторое время до этого. Вот, Юпитер переходит из знака Козерога в знак Водолея. Вот, и хотя, конечно, это не привносит ему, так сказать, максимальной широты, которую он получит только в знаке Рыб, но тем не менее он высвобождается из оков Сатурна, и тогда уже тот потенциал, потенциал самореализации, который кроется в этой энергии, в этой силе, мы можем уже полностью, так сказать, выпустить как бы на свободу и уже реализовывать уже в практической жизни. И тогда ту работу, которую мы проделали до этого на семинаре «Перезагрузка», мы получаем доступ к правильному знанию. Вот. Если вы сможете посетить интенсивный класс 23 числа, связанный с медитацией Юпитера, мы запустим эту силу, то есть дадим ему максимальную, так сказать, максимальную мощность. А уже 29 числа он выйдет на свободу, то есть откроется пространство для реализации этой силы. Вот, потому что до этого, еще раз повторю, что Юпитер он находился в объятиях Сатурна. И Сатурн – это все-таки сила, которая нас ограничивает, сдерживает, заставляет нас держаться определенных, так сказать, рамок. Вот. А сила Юпитера, она способствует расширению, выходу за пределы всех этих рамок. В сочетании они дают, конечно, очень мощный потенциал самореализации, реализации своей судьбы, реализации своего, так сказать, предназначения. Но, конечно, силе, расширяющей силе Юпитера очень некомфортно в этом месте, вместе с Сатурном. Вот. И, наконец-то, вот 29 числа будет специальный класс, который, во-первых, подытожит весь фестиваль, а на фестивале будет много сказано и многое попрактиковано, много сделано практик с энергиями всех 9 планет Новограха. И поэтому мы на этой практике сделаем специальную медитацию, интегрирующую работу со всеми 9 планетами. То есть мы будем использовать специальную мантру, Новограха-мантру, которая обобщает и как бы собирает энергию всех 9 планет. Вот. И специальные укрепления, специальные медитации. Вот. И после этого уже на следующий день, так сказать, уже опять-таки откроется пространство для этой самореализации, мы можем уже пожинать плоды своих усилий, которые совершали вот в течение этого времени. Так что приглашаю вас на этот особый класс, который будет завершать фестиваль. Это будет 29 числа. Он будет проходить в режиме онлайн. Вот, то есть только в таком режиме. А вот. Но вот, тем не менее, так сказать, уже, так сказать, мы запускаем себя в открытое пространство. Так что приглашаю 29 марта на онлайн-класс, завершающий этот фестиваль, интегрирующий работу со всеми 9 планетами Новограха. Сатнам, до встречи в эфире.